Это пассажирское судно класса «Олимпик», спущенное на воду 10 апреля 1912 года, за что прискорбно и мне. Он имел трехвинтовый двигатель с двумя четырехцилиндровыми паровыми машинами общей мощностью 55 тысяч лошадиных сил, что не показатель нисколько теперь. Но он до сих пор доставляется на берега по крупицам, где все раритет. Так вот я не знаю ничего на этой гребаной планете, что разобрать было бы так же сложно, кроме твоих текстов на бите. Этот заносчивый парень не понял еще ни черта, ведь типа при чем здесь Титаник и все расчеты в деталях? Ну че ты мямлишь, блядь, мне тебя слушать мерзко, бездна, ты не рипмуешь, быстро ты рипмуешь, бесполезно, покуда вслед агрессии ты никого не тронул, с настолько сложным еблом, будто изобрел биткоин. Типа дайте мне батл, я готов всех ебать, но же в конце этого раунда на победу насрать тебе. Ты свое снизил эго, дабы не запятнать тебя, как когда-то весы придумал изобретатель, но посмотрев твои лайвы, пассажиры Титаника ликуют с потока. Видимо, кто-то когда-то, блядь, придумывал обувь, но придурок, запомни. Куда летят твои удары, тебе покажет бумеранг, коль ты меняешь направление чаще флюгера, и уже никто не запомнит, сука, кто здесь в окопах, ведь... Это не поражает, как тёлка после аборта, а я всегда встаю на ноги, как у фуд-фетишистов. Мне поебать, кто на палубе будет, трудно держись там, ведь я схвачу так, чтоб не получалось существу брыкаться. Кого ты собрался ебать, коль ты только сейчас узнал, что существует яйца бей. Он кричит, он типа не такой. Станет кем-то типа рэпаком, но реши сначала рэпа Комптон, не до Комптон. Каждый лайн мой приговор. Хей, камон, здесь кого? Наебать решил? Недоволен. Недоволен своим оппонентом? Нет, собой скорее недоволен. Твой багаж это пыл с огнем, что всегда был с тобой. Ты держал цель на прицеле, но в тот день тот сбился бой. Ты боялся поражения, и в тот день тот сбился бой. Так вот я бы выиграл этот батл, если б был с собой. Бэтбарс и так, барсик. Копаешь инфу, как картоху, для всех знаешь, как всевидящее око. На твое всевидящее око шоколадный глаз, твой глаз жопы. И поэтому смотрю в твои глаза, не так дерьмишка, говорят, душа отражается в глазах, коннективая лишка. Я смотрю на его страницы, что мне скинул Паша, меня победит туберкулез, и мне пиздец как страшно. Мы решили созвониться с типами, обкашлять пару вопросов, но я решил не кашлять и после записался на флюорографию. Паша, он писал, есть опыт на слово. Теперь я понимаю, что есть другой смысл выражению «поймать на слове». Блять, ты был на слове «Новосиба», но тебя даже не сняли и не запечатлели на видео. Но ты их не то чтобы не впечатлило, они тебя даже не видели. И ты решил, ладно, к мещению на йоту. И репостнул ВКонтакте розыгрыш на Тойоту. Серьезно? Ну чё, заебись? Выиграл морковник? Не, ну что, хорошая альтернатива. Как закадрить Тиану, если ты не рэпер, но есть колеса? Просто представляю, Воля, Илья и Вероника. В ее глазах Вуали, он кадрит ее. Типа, хочешь, покажу тебе свою морковку? Она, ну, блядь, мне как-то так, пиздец, неловко. И, блядь, дебил, она ведь почти уломалась. Снова достает телефон из кармана и показывает на фото свой морковник. Лол, блядь. И ты говорил, что тут каждый провокатор предъявляет провокатор, но сегодняшний оратор проиграет пару каток. Это бой против дракона, и я буду довокину, пусть в этом году палка не стрельнет, тогда я ее кину. Я с Дальнего Востока, а ты с Новосиба. Но сегодня мы узнали, сука, в ком больше Сибири. Раунд.